После «Формулы-1» Владимир Путин встал на коньки. Президент вышел на лед, арены «Шайба» под номером 11. Сейчас Олимпийский стадион передан центру «Сириус», и здесь тренируются юные спортсмены. Глава государства сыграл в хоккей в перерыве между тренировками и даже забил пару шайб в ворота соперника. Вместе с ним на лед вышел и почетный член МОК Жан-Клод Килли. Сейчас он, кстати, читает лекции для детей из «Сириуса». Вместе с Жан-Клодом Килли, руководителем образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелевой, глава государства обсудил дальнейшее развитие этой арены и в целом центра «Сириус». Стадион «Шайба» построили к Олимпиаде в Сочи в 2013 году. Он вмещает 7 тысяч болельщиков.